Друзья, всем привет! Мы находимся в деревне Юдинки, да? Получается, на Минке. 121 километр налево. Из Москвы. Из Москвы. Без разницы. Вот, смотрите, наш результат сегодняшний. Отловились мы, ну, можно сказать, неплохо. Алексей у нас уже уехал. Результат вы увидите его тоже. Вот. А как проходила рыбалка? Смотрите. Дальше будет интересно. И не забывайте подписаться. Ссылочка на данный водоем будет под видео. И всем удачи. И смотрите дальше. Вот такой вот прекрасный рыболовный клуб Юдинка на Минке. Открылся. Карп, щука, окунь. Какой красавчик зеркальный, только что выудил. У меня оператор ушел, поэтому не получилось заснять сам процесс. Вот он, классика на опарыша с кукурузой. С первым карпиком у нас. Победа! Рыбалка на карпа, экстремальную погоду. Смотрите, просто поливает. Просто бомбически всех поливает, но ребята сидят упорно. Вот наш уловчик пока что. Два карпика, щучка и окунь. Ну, я думаю, пока этого достаточно, но мы не сдаемся. Народ сидит, Русланчик мокнет. Танюшка. Мокнет. Да. И Петрович. Петрович в кадре. Вот он, Петрович. Всем респект. Мы не сдаемся. Одного только что в садок бросил и второй на подходе. Да. Вот он, красавчик. Идет. Фрикцион работает. Вроде бы пока. Не крупненький, но шустрый. Ушел. Оп, вторая готова. Вот он, карпятник. Зеркальный. Тоже червь, да? Нет, опарыш кукурузы уже в этот раз. Вот так вот. Ладно, пойдем настраиваться дальше. Конечно. Такая вот есть здесь лодочка. Малек он плавает. Понтоны сделаны. Все культурно. Все красиво. Народ сидит. Вот там. Такой шикарный водоем. Вот тут мостики сделаны. Рыбка имеется. Прозрак есть даже подводные. Охотники могут приезжать по осени. Пацаны вон он рыбачит. Ну вот, друзья, первый улов Руслана. Взял на кукурузу. На вот, поплавок. На поплавочную снасть. Ля-ля-ля. Молодцом. А там у нас Димка сидит. Димон! Димон в капюшоне. Ребята, рекомендую. Хорошее место. Вот это, где я. Да. Проверено несколькими Все, людьми. Мы продолжаем вываживание на соседнем номере.
Хороший. Или пескарь-мутант. Оп. И рыба в садке. Как профессионально он под салон. О, хорошенький. Упитанный. Очередная поклевочка. И зеркальный карпик. Не собирается сдаваться. Садись на мосток, бля, говорю, да ладно, чёрт. Оп. Ну, что ты бабочку ловишь, бля? Ага. Он чем-то их кормит, Дим. А? Чем-то он их кормит. У него все такие стандартные, смотри. А они тут все такие одинаковые. Не, у меня поменьше. Ну, как за что он взял? Красавчик. Вот. Дмитрий у нас борется с очередной рыбкой. Пока карп выигрывал 2-0. Да. Пока он выигрывает 2-0. Красавчик. У тебя нормальненький такой. У меня мелкий. Ага. Вот оно. Оп. И он его взял. А, ес. Чего? Мелкий? Я сейчас тебе его покажу, этого мелкого. Его, видишь, только вот дурак. Сачок даже сгибается в три дуги. Ты говоришь мелкий, я думаю, что за двушку. Смотри, какой. Ну-ка. О, красавец. Горбатый. Конечно, планировалось выезд с фидером, но что-то на фидер сегодня... Не особо. Берет на поплывок, да? Да. Красавчик. Ты хорошо, ты не заглади ее прям. Ну вот у меня тоже с краешку взял. Аккуратненько вообще. Да. Пошел в садочек. Оп. Ладно, рыбачим дальше. Шашлычок. Вот такой вот у нас сегодня шикарный столик. Шашлычок, помидорчики, Ничего. Огурчик, перчик, Кока-Оля. Да. Ребят, у нас так, Алексей вот. Собирается домой, достает свой скромный улов с этого водоема. Почти бодрячком. Сейчас мы посмотрим, сколько он штук набрал. Два фидера по одному поводку. С 5 до 5. Маленькие карпята. Да, за 12 часов. Зацепился плавничком. Вот маленькие они. Карпята. Вот они, красавцы. О, два чешуе. Остальные зеркальные. Вот он, 13 штук. Такие вот красавцы. Клюет на минке, да? На минке, да. В деревне Юдинки.
платный водоем. Приезжайте, рыбачьте.